Здравствуйте, меня зовут Якулев Дмитрий, я являюсь продукт-менеджером компании Евротехника МПС. В данном видео я вас научу, как вводить лицензии и поправки точности Range Point и Center Point Display Trimble GFX 750. Для начала необходимо зайти в приложение App Central. Далее открываем скрытую панель. В скрытой панели выбираем пункт лицензии. Открылось окно лицензий. В правом нижнем углу нажимаем плюсик. Появилась колонка ярлыков. Выбираем верхний ярлык в виде QR-кода. Открывается камера, которая сканирует QR-код лицензии. Подносим QR-код на примере Range Point RTX камере дисплея. Дисплей принимает код и издает характерный звук. Далее необходимо проверить, велась ли лицензия на дисплей. В левом окне выбираем вкладку NAV 900. Открылась вкладка NAV 900. Видим, что мы ввели лицензию Range Point, которая истекает 25 октября 2019 года. Данную поправку мы ввели трехдневную. Также у нас есть годовые поправки. Подписываемся на наш канал. В дальнейшем мы также будем снимать обучающие видео по другим темам.